творческое кредо Георгия Гурьянова со стороны кажется очевидным. Это стремление к совершенству. В своем амплуа он последователен и органичен. Если берется за холст, то точен и одержим от первого до последнего штриха. Если изображает людей, то непременно героев. Если увлекается музыкой, то становится барабанщиком в группе кино. Если выходит в свет, то в образе Дэнди. Если как бы вот не искать вокруг себя в это сложное неоднозначное время, как бы чистоганы и наживы, какие-то очаги по непонятным причинам, сохраняющиеся очаги прекрасного, да, то в принципе наша реальность, в общем-то, достаточно брутальная. А Георгий нащупал такой довольно интересный как бы плацдарм для своей работы. Как бы уходящая советская натура с соцреализмом, с реалистическим искусством, надвигающаяся комом буржуазная, как бы авангардистская культура меняла очень сильно акценты. Вот. И Георгий каким-то образом успел ухватить или уловить вот как бы с одной стороны как бы какие-то элементы, какие-то параметры уходящего и в то же время влить в это некую свежую достаточно струю. Выставка Гурьянова в галерее D137 – это ода морской стихии, мореплавателям и приключениям. В центре внимания – участники морских подвигов, авантюристы и смельчаки. В то же время на этих возвышенных и идеалистичных картинах и ретушированных фотографиях можно рассмотреть не только знакомые лица, но и узнать вполне реалистичные петербургские места. У меня был выбор, я много путешествовал, и я выбрал Петербург. Несмотря на то, что я здесь родился, я очень сомневался. Мне пришлось посмотреть мир. И после того, как я это увидел, я выбрал Петербург. Он меня очень вдохновляет, да. Выставлять работы Гурьянова почетно и приятно. Его картины не нуждаются в дополнительном объяснении как для профессионалов, так и для дилетантов. Одни находят в них своеобразный почерк и широкий жест, других очаровывает прямолинейность в стремлении к идеалам. Я считаю, что для культурной жизни Петербурга это очень значительное событие, так как Георгий достаточно редко делает выставки, и в Петербурге выставляется очень редко, в основном за рубежом, в Москве. Несомненно, это событие. К тому же, это очень интересная выставка, называется она «Моряки и небеса», совершенно новые работы и в новом ключе. Георгий Гурьянов – художник не только по профессии, но и по сути. Он прославился на всю страну участием в знаковой группе кино, а после стал популярным и успешным автором картин, символичность которых сравнивают с работами Родченко, Дейнеки и Лени Рифеншталь. И сегодня от Гурьянова ждут не новизны образов, а новых образцов героизма и красоты, способных утолить жажду по недосягаемым, но наглядным примерам для подражания. Я выключаю телевизор, я пишу тебе...